Уже сил нету. За месяц уже сколько раз стреляли, бомбили. Что мы сделали? Кому что плохого? Украина как была, так и будет. Она была наша, у меня паспорт украинский. Мы за Украину. А что они там хотят? Я не знаю, что хотят. Нам вот это не нужно. Это никому не нужно. Вот эти разрухи, смерти. Вот развалили хату. Человек строился годами, он уже не построит. Уже не, у него нет ни денег, нет ничего. Никто уже это не восстановит. И это мы не одни такие же самые. Везде он, посмотрите, везде разруха, везде валят, везде стреляют. Разве так делают? Нельзя так делать. Кума живет, он рядом, он уже за месяц, раза три или четыре. Гостинцы приходят, снимай. Новый год, а то сидят, делается. Бомбанули тут, бомбанули хату. Он, кума, сидели, отдыхали, бомбанули, развалили. Люди, инфаркты, у меня сердце заболело. Он. Сердце, надо помогать. Он. Кому оно в радость, когда хата валится, денег нет, голод, холод, неуют. Он, труба идет, бомбанули, он вся в трещинах, газу нема. Я возьму, давай стреляемся. Что ты по людям мантули? Заховался за градом установки. Это два снаряда упало, труба газовая вся побита. Вся разрушена. Электрически с правой стороны. Сил не могу. Машина, бачите, тоже машина уничтожена. Хата строили, строили, нема. Все, уже до конца дней нема ничего. Там дальше не заходите, потому что...